Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с Мудом Пиксельмон. И ребята, в прошлой серии мы словили Ларвесту, Клинка и Синдаквилла, что в принципе замечательно, сейчас мы посмотрим их в компьютере. И после этого, ребята, нам нужно, наверное, все-таки дальше прокачивать нашу команду, я так думаю. Каждому еще так осталось по 10, нет, не по 10, а по 20-15 уровней, то есть более-менее. Так, ща. Вот Ларвеста, вот Клинк, вот желтик точно мы его ставили, и вон Синдаквилушка. Ребята, кого у нас еще нету, если честно, я вообще не в курсе. То, что я знаю, ну смотри, у нас нету точно Райкваза, у нас нет точно 5 Иви, Сандила у нас нету. Больше, если честно, или я не помню, или еще что-то. Ну, хоть убейте. Давайте 2000 минус 2000, там 80 минус... Сколько там было? 80... Фиг его знает. О, более-менее нормально. Так, кто вообще тут может быть? Кого у нас нету ночью? Пилосвайн, Свайну... Дивдонг, Саблей, Зубат, Рудженролла, Свайнуп. Ну кто же тут еще может быть? Сил, Свайнуп, Пилосвайн. Так. Не ТП, а по... Так. Пуки Спаун. Крайоджонал какой-то. Вот. О, сам напал, ладно. Его у нас нету, и он вроде спавнится вот тут, в зимнем вот этом. Только я не помню, это его первая эволюция или нет. Ну ладно, потом как-то разберемся. Так, сейчас уже и день будет. Не знаю, нормально это или нет. Так. Ребята, нужно смотреть, кого у нас нету, потому что я действительно просто не в курсе. А ловить нужно нам всех подряд, кого у нас нету. Извиняюсь еще, да. Потому что, в принципе, мы уже наловили кучу покемонов, у нас уже 5, у нас уже вот 5, а, это покецентр, у нас уже 5 вот этих, как его, у нас уже 5 коробок, да? Поэтому, ребята, я, если честно, даже не знаю, кого у нас еще тут нету. Не знаю, Ice Plains, Ice Mountain... Желтик, нифига себе тут. Болдор, Гасли. Вот этих всех нам Магнемайты, Голбаты. Я не знаю, ребята. Может попытаться найти какую-то большую вот эту зимнюю гору, да? И попытаться вот там кого-то найти. Потому что вот в обычных таких зимних равнинах мы уже практически всех нашли. Я так вроде думаю, да? А... Ребят, напишите, кого у нас нету еще зимние биомы. Из зимней биомы, из зимнего леса. Кого у нас еще нету? Парочку покемонов 100% у нас еще нету с этих биомов. Но я не помню, кого. О, нифига себе. Только не в зиме, только не диглиты, пожалуйста. Гравеллер, Тентакруэль, Мэджикарп. Да нет, вот. Это кто? Гравеллер. Далеко до них плыть, потом еще выбираться. Давайте-ка мы лучше вот этих поубиваем. Так. Еще вот этого. С них с двух ударов мы их убиваем, и с них офигеть, как много опыта дает. Вот, уже уровень. Давайте, пофиг. Так. Ну все боссы попропадали. Зато тут есть еще один вот тот. Хотя я не знаю, нужно ли туда идти. Ребят, действительно, напишите, кто знает, каких покемонов у нас еще нету в зимней биоме и зимнего леса. Потому что я действительно, ребят, просто-напросто не знаю. Этот у нас есть, его вроде первая эволюция. Нет, а вот это. У нас его есть вроде первая эволюция. И больше я не знаю, ребят. Вот, это он, да, кстати, первая его эволюция. Сфил. Сбегаем, ребята, сейчас мы в зимний лес. Нужно вспомнить, где он. Вот он, да. Это он. Минус
5000 минус 5000, там 85, и какое минус... Нет, не 2000, а что-то другое. 3000. Быстренько. Во. Сейчас давайте покушаем. Ух, шайни, 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 шайни. Кто? Кто же еще? Кто же еще? Нужно гадать, думать. Кто же это может быть? А это же, конечно, Диглет или Дуктрио, или Дакт, и как их там, куча их. Вот тут я тоже не знаю, ребята, в зимнем биоме тоже разные покемоны, не такие, как в зимнем биоме, а в зимнем лесу другие немного, ну, как бы те тоже есть, но и другие есть. Поэтому, ребята, тут тоже нужно искать каких-то, но я не представляю, кто тут может быть. Не представляю, кто тут может быть, кого мы еще не словили. По сути дела, мы уже наловили столько покемонов, что это вообще. Вот. Салео. Ну, говорю, все же у нас есть уже. Поэтому я вообще не в курсе. Кто? Кто? Кого? Ребят, короче, вы напишите, кто может, каких покемонов у нас еще нету из зимних биом, то есть из леса и обычный, чтобы я знал, кого нам еще ловить, кого у нас не хватает. Потому что я действительно не в курсе, просто-напросто я не знаю, кого у нас еще может не хватать. Иви. Иви, Иви, Иви. Ты где? Иви, Иви. Давайте вот сюда, тут как раз, хотя нет, не сюда, вот сюда. 1800, 2000, 1800, 75, 2000. Только не... Ну почему ты глючишь в лесу? Чё за хрень? Почему оно в каждом лесу глючит, падает на 8 FPS? 8! А ща я тпх... Да нет, не сюда. А ща я тпхну сюда, и тут нормально. Мистика. В любой лес, в который мы залетаем, у нас там глючит. У нас есть возле дома лес. Ща мы проверим. Вот это просто фигня какая-то. Так, давай-ка ты. Это вот так. И полетели вот в этот лес. А кого у нас еще нету с тайги? Вроде все есть. Если я помню. Давайте тогда... Нет, не вот ты. А давайте... Иви. 5 кусков нам еще Иви нужно словить. 5 штук. А больше с леса у нас уже... Вроде в лесу у нас уже все есть. Ну смотрите, если просто подумать в общем, кого у нас нету, кого я знаю, что у нас нету. Вот этого Джонала какого-то. Это, во-первых, у нас нету. Ну, то есть его у нас нету. У нас нету Райквазы. Это 2 покемона. У нас нету 5 Иви. Это 7 покемонов. У нас нету. Кого у нас еще нету? Иви, Райкваза. И вот этот. Потом. Сколько там у нас? 5 фосилов. Да, еще нету. Это 12 покемонов. И потом... Порygona у нас еще нету. Но это там сколько? 14 покемонов. Потому что там 2 эволюции вроде. Или 3, или сколько. И больше я вообще не в курсе, ребята. Ну и Сандила нету. Да, это 15 покемонов. Все, я больше не в курсе, кого у нас нету. И все в земле, вот вы заразы, а. Только не глюч. Или это не такой лес какой-то, другой. Тут глючить не будет. Ух, нифига себе там лесок. Поэтому, ребята, я не знаю. Напишите, кто действительно знает. Мне там вроде кто-то писал, нужно будет перечитать потом, каких покемонов у нас еще нету. Потому что действительно. Еще очень покемонов, которых он. Еще много покемонов, которых у нас. Ты что, прикалываешься? Много покемонов, которых у нас еще нету. Абра у нас есть.
Ну попади ты уже. Ух ты ж. Взлетай, а, взлетай. Отлично, 5000 опыта. Нормально. Так, это у нас там кто? Ну, кто же еще? Кто же еще? В горах у нас тоже все есть. Я думаю, что все есть. В тайге у нас тоже все есть. Не знаю, ребят, говорю, потом я еще посмотрю, кого у нас нету, но вы тоже можете написать. Давайте, ребята, сделаем так. Сейчас мы уже приблизительно знаем, каких покемонов у нас нету. Приблизительно. Приблизительно знаем, что где-то штук 20 у нас нету. Допустим, может там 15, может там 20. Я приблизительно говорю. Допустим, у нас их нету, да? Но мы уже знаем, кого у нас нету. И нам остается просто их найти и потом словить. А если я, например, сейчас обновлю версию, то там добавится еще покемонов 30, которых... которые тоже добавятся к тому списку покемонов, которых у нас нету. Поэтому я, ребята, так думаю, что давайте-ка мы уже доловим вот этих всех покемонов и прокачаем. Хотя прокачаем это такое. Главное, давайте доловим всех покемонов в этой версии. Потом, когда у нас они все будут, перейдем, наверное, на следующую версию. Потому что действительно уже нужно доловить, чтобы они уже у нас были. И... просто я действительно, даже не знаю, кого у нас еще... Это он в земле? Думаю, что да. Кого у нас еще может не быть? Нужно думать. Иви написано, написано. Это мы вроде в лесу столько летаем, но ее что-то нету. Говорю, Иви это вообще капут. Нам нужно еще 5 штук словить. Это не очень так мало, чтобы... Ну, когда Иви спавнится, там сразу же спавнится около 2-3 Иви, да? Но все же, чтобы они заспавнились, не так уж это и часто происходит. Поэтому ищем, ребята. Как раз мы сейчас... О, давайте как раз туда. Как раз мы сейчас летаем, поэтому нормально. Посмотрим. А, ну точно. Я же еще Забдоса, Молтреса и Артикуну забыл. Этих трех еще покемонов. Ну, это понятно. То есть орбы у нас уже есть. Алтарь один мы уже нашли, еще 2 алтаря нам купить и все. То есть это я забыл, но это как бы считаются, конечно, но все же это... Мы уже можем заспавнить и Артикуна, а на других мы уже можем купить алтари, если мы все продадим. Поэтому нужно таких обычных думать, кого у нас еще нету. Ну, пока думаем, давайте... Говорю, полетаем, то есть что нам стоит, да? Итак, нам нужно полетать, понаходить каких-то других. Ну, ту же Иви, хотя сейчас уже ночь, и она, думаю, спавниться не будет. Мистер Майма мы словили, Жинкса мы словили, Оникса мы тоже словили. Ну, Сандила, вот то, что я говорю, что он что-то ночью и вообще никак не хочет спавниться. И все. Ой, я не знаю, кто это. Наверное, это Диглет. Не, ну, это еще один покемон, который только в шахтах испавится. Ну, который вообще только боссом испавится, вот это Рожденролла. Или Арон, или Диглет, или вот она. Но все же чаще Диглет. А это кто? Гравель. О, Гравель вроде не в земле. Где ты, где ты, где ты? Вот он. Вот. И еще раз. Ух, ультрабол. Так. Ну что, ребята, идем мы опять, наверное, в пустыню. Я уже сам запарился, если честно. Это кто? Джудут. Он тоже не в земле, я так думаю. Вот он. И тоже синий. Во. Отлично. В море мы уже всех половили. Действительно всех, то есть больше у нас никого там нету. Ну, в море никого нету, кто может там быть. В джунглях. В джунглях мы, в принципе, тоже всех переловили. Кто там еще может быть? Что-то как-то очень залагало. Не знаю почему, из-за прогружения. Ну, попади ты уже. Ну да ладно.
Поэтому, ребята, я даже не знаю, в горах мы тоже всех словили, в тайге мы тоже. На болоте, точно. А на болоте мы всех словили. Я же вроде помню, я хотел вернуться туда 1-2 раза, потому что я не... Потому что я помнил, что кого-то мы забыли, но я не помню кого. Давайте еще сюда. Минус 200, минус 3000. Минус 200, минус 280. Ну, 80. 80 минус 3000. Правильно, правильно. Касли. Это, ребята, мы уже все лутали 100%. А гасли под землей, поэтому рыться мы не будем. Да, это мы уже лутали. Поэтому, ребята, валим. Или, например, еще вот так. Я правильно вообще его пишу? Может, он там спавнится, я его неправильно пишу. Это у нас там кто? О. Я так и понял. Давай, Свамперт. Ну, в принципе, команда уже такая, можно сказать, практически, конечно, не до конца прокачанная, но 40-й, 52-й, 48-й, 45-й, 37-й, конечно, Алтария, но и Маму Свайн 44-й, то есть уже более-менее. Давайте Свамперта. Я, ребята, сейчас говорю, чуть-чуть, может, мы тут... Да не Маму Свайн, а Свамперта. Сейчас мы чуть-чуть еще тут походим, если не найдем, то уходим. Просто сейчас, в принципе, ночь. Не, ну, конечно, мы можем идти поспать. Вот тут. Это можно, в принципе, это все можно уже выкинуть. Вот так, вот так, вот так. Нифига себе, сколько там на карте их всех. Которые у нас уже есть. Пуф. Потопали дальше. Так. Полетели, ребята. Давайте еще сейчас... К утру полетаем. Если никого не найдем, то не найдем. И не словим. А в саванне мы всех словили. Вроде вот этот Синдакил был последним, если я помню. То есть вы все вот тут снаружи, а босс именно в земле. Он тут не мог заспавниться, он заспавнился именно в земле. Офигенно. Так. Если нам осталось 20 покемонов, это нормально. То есть не так уж и много нам осталось. Когда мы их всех словим, то все. Нам осталось только их прокачать, и уже можно обновлять версию. Чтобы... до тех пор, пока... Да чё ты глючишь, дай мне сказать. Не знаю, что-то оно нереально так глючит. Еще видите, и упал я как-то в воду странно. Не знаю, вроде не спускался низко, он как-то сам упал. Фиг его знает почему. А до тех пор, ребята, пока мы словим вот тех всех покемонов и прокачаем, то там еще пару новых версий выйдет. И поэтому там еще больше покемонов будет. А вот так, это да. Я с метровой высоты упал. Вот ты паскуда. Лагучая. Ладно. Хорошо, что не очень так разлетелось, что я не с большой высоты тпх, ну, упал, а успел еще тпхнуться быстренько. Ну, ладно, уровень потеряли, ну да ладно. Диглет. Идем домой. Чё-то я вообще никак, ребят, Сандила не могу найти. Хоть не знаю. Я его ищу, его просто нету. Он ночью спавнится в пустыне. Почему его нету, я не представляю даже. Так. Давайте идем поспим.
Я не знаю. Идем, наверное, дальше прокачивать нашу команду. Потому что кого искать, я не в курсе. Я не в курсе, я не в курсе. А хотя сейчас, ребята, секундочку. Так, ребята, ща я посмотрел, кто мне когда-то написал, каких покемонов у нас нету. Половина у нас уже с них есть. Так, ща, это кто? Вот, тебя тоже можно убить. Половина у нас уже есть, то, что там написано. Но парочку покемонов я заметил, что действительно там еще нету. Так, давайте сначала вот этого убьем. У нас нету, если там верить, что написано, если память не изменяет, то у нас нету. Ребята, у нас Волторба нету. Волторба. Самый покемон, который встречается, я не знаю, везде. Наверное, поэтому и нету, что он везде встречается. Сейчас посмотрим, есть ли нету. И у нас вроде нету Ченси, точно. Которая спавнится в саванне. Если у нас ее нету, то еще тогда, ребята, нужно за ней будет немного поохотиться. Сейчас я еще раз посмотрю, кого у нас нету. Кто тут написанный. У нас нету Ченси, Танжела у нас уже есть. Хорси у нас уже есть, Мистер Мам есть, Сайтер есть, Пинсер есть, Джинкс есть. У нас нету Тауроса. Как у нас нету Тауроса, если я помню, что мы его ловили? Но как было и с кем-то там Сайтером, да, что ловили там и ловили, но не словили. Поэтому нужно проверить. Я не знаю, будем ли... Сейчас проверим ли в компьютере, или пойдем в саванну и там проверим. Потому что если у нас и Ченси нету, Волторб и Волторб. Если у нас Ченси нету, то ее тоже там нужно будет найти и посмотреть, есть ли или нет. Так, Волторбушка, ты где? Сейчас мы посмотрим, есть ли ты у нас или нет. Офигеть, у нас Волторба нету. Бам-бам-бам, брам-бам-бам, левел-бол. Словится, не словится? Если не словится, усыпим. И так словим. А, отлично. Еще один. Этого можно уже убирать. Так, давайте тогда и Таурус. Так, сейчас посмотрим. Давайте сюда 1500 и минус 400. 1580 минус 400. Упс. Так. Нифига себе, мы в дереве заспаунились. Сейчас, ребята, поищем. Но давайте сначала полетим. Чтобы было быстрее. И полетим, я не знаю, в какую сторону. Ну, давайте сюда, пофиг. Полетим, посмотрим. Ченси. У нас нету... И Таур. Ну, посмотрим, если у нас Таурус или нет. И сейчас, ребята, секундочку, я тогда еще раз посмотрю, кого у нас нету. Порygon, да, вот Порygon у нас нету, потому что нету. И он, в принципе, не спавнится, нужно будет его заспавнить. Кого у нас? Лапрос уже есть, тут написано. Мьюту, ну, Мьюту это мы сделаем. Легендарные птицы, Чинчоу. Есть. Ну, тут половина покемонов написано, которых еще у нас... В этом нету версии нашей. Тут еще есть вот этот Криогонал, которого мы еще не словили. Он написано, что спавнится в зимнем биоме. Поэтому, ребята, нужно потом будет еще в зимнем немного поблуждать. О, это Таурусы, а там кто был? А там тот, кто был, уже пропал. И там вроде босс был. Ладно. Сейчас проверим, действительно ли у нас нету Таурусов. Да, нету. О, Дастбол, Левелбол, Покебол. Если у нас его нету, то сейчас мы словим. Может. Энерджи Болстан. Во, еще раз. Твою ж, еще раз. И сейчас... Где ультраболы?
Где ультрабалы? Только не говорите, что я засунул их в этот, как его. Или прокак? Нет, нет, вот нет. Не говорите, что я их прокакал, пожалуйста. В том смысле прокакал, что я, наверное, их забыл где-то подобрать там, где мы умерли. Нет, пожалуйста, нет. Ща. Этого забираем, этого забираем. Кто? Где? Вот вроде вот тут. Мы умерли где-то вот тут. Или у нас есть ультра... Да есть у нас ультраболы, почему... Или я не видел. Ладно, наверное, я просто как-то не видел. А, в принципе, тут и так куча вот этой саванны, поэтому нормально. Точно, ребят, вот что я опять вспомнил. Нам нужно в болоте будет поискать кого-то. Или у нас действительно нету кого-то в болоте? Потому что я помню, мы кого-то не словили, но я не помню кого. Поэтому, ребята, нужно будет посмотреть... один раз там слетать в болото и посмотреть, кого мы не словили. Но сейчас нам остается Ченси, вот этот Крайогонал и больше не знаю. Ну там еще, да, есть вот эти фосилы, легенды и вот это все, но это уже потом. Сейчас главное вот таких покемонов словить, а потом уже браться за легенд, за клонирование Мью, за фосил и вот этого всего. Так, а вот ты у нас есть? Ты у нас есть? Есть. А ты еще и большой. Ой, ю, воу, 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 Свамперт. Ты еще и большой уровень. Так, Свамперт, Свамперт, Свамперт. На 40-х уровнях ты как раз нормально сможешь прокачаться. Так, и тебя еще. И там у нас Басяндра. Сейчас мы посмотрим. Ты. Во. Так, кто это там у нас? Кто же еще? Кто же еще это может быть? Так, ну что, ребята, сейчас мы еще прокатимся немного тут сверху на алтарье и посмотрим. А тут, ну, у нас тут просто, смотрю, не открытая территория. Вдруг алтарчик. Но это вдруг. Тоже нужно смотреть. И ищем Ченси, ребята. У нас ее, ну, вроде, да, действительно нету. Поэтому сейчас мы ее и поищем. Так, тут уже открытая. Опять ты глючишь, когда открывается территория. Не знаю почему. Вроде даже до максимума не доходит, ну. Так, это там у нас что за биом идет? Горы, да? А Ченси в саванне спавнится или в горах? И не помню. Там у нас босс был, ну да ладно. Она вроде в горах спавнилась когда-то. То есть в предыдущих версиях. Но сейчас вроде в саванне, что ли. Я не знаю, нужно будет посмотреть. Так. Тут уже опять пустыня идет, да? С лагами. Ох, нифига себе. Так, это у нас там кто? Джиодут, это... Да чё ты... Идем тогда, ребята, сюда. Да ты ж твою ж... Так. Кюбоша. Да ты чё, прикалываешься? Я тебе через башку перекинул покебол, а... И вот... Убили. Ух, мастербольчик выпал. Ладно, он нам не нужен. Выкидываем. Побежали дальше. Убиваем Арбука. Зачем нам, ребята, мастербол? Зачем? И так уже никого нам не нужно ловить с мастерболом, поэтому можно... Хотя нет, нужно... А нет, нам действительно нужно ловить кого-то с мастерболом. Заберем. Если нужно, то нужно забрать, ребята. Без этого никак. Так. Опять ночь. Опять Сандил не заспавится, поэтому топаем
А вот где вот тот чувачина спавнится? Ну, давайте тоже тут попробуем. Вот, вот этот краегонал. Джонал или гонал. Это чё за... Это чё за... О, как раз... Твою! Чё это за приколы, а? Ну да, в принципе, тут спадение отнимает пол жизни, а у нас, наверное, столько и было. Два раза за серию умереть, это как-то перебор, вам не кажется, ребята? Сейчас главное посмотреть, всё ли тут есть. Так. Мастербол и ультрабол есть, а остальное мы вроде все уже подняли. Так. Алтария. Полетели. Но вот то, что я не знаю, спанится ли он днем или спанится ли он ночью. Вот этот краегонал. Фиг его знает. А вот тут так глючит, когда вот это обновление идет. Ну, то есть мир регенится, фиг его знает почему. Это кто? Понятно, это уже даже можно не спрашивать. Практически, не знаю, 80% боссов, которые спавнятся, это Диглит. Где-то вот так. Вот как раз куча вот этих Ice Mountain. Ну, фиг его знает, ребята, где он спавнится. Нужно потом тоже будет посмотреть. Ща, ребята, ща. Ну, тут фиг знает, ребята, если честно. Тут было написано, я посмотрел, что он спавнится. То есть, не было написано, а был рисунок. Что-то я там не выкупил, где там написано, где он спавнится. Но сама суть, то, что был рисунок, что он находится в зимнем лесу днем. Я видел. Я не знаю, правда ли это или нет. Но я в предыдущей версии мы его находили в зимнем биоме. Обычно днем. Поэтому я, ребята, не знаю. Ладно, наверное, все-таки давайте потопаем домой. Что нам уже тут делать? Наловили, половили, заловили. Это можно выкинуть. И потопали домой, ребята. Сейчас давайте посмотрим, кого мы словили за эту серию. Кого мы словили, кого? Мы словили, ну, Волторба и Тауруса. Тогда Чен Сиви Сандил, Краегонал, 5 фосилов, 3 птицы, Мьюту Райкваза, Пуригон. И все? Вроде. Потому что больше я не знаю. Ребята, давайте на этом уже закончим эту серию. Ставьте лайки. Не забываем, ребята, если на этой... серии наберется 120 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня в 7 часов вечером по Москве. Поэтому, ребята, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.